Итак, всем огромный привет! Решила выйти с вами на связь. Вот, решила, что надо обязательно, потому что потом закружусь и вообще забуду про все. И вы будете гадать, где же я, куда же я пропала, что же со мной приключилось. Так, я уже практически одной ногой в поезде, как вы видите. Шутка. Я сейчас собираюсь уже выходить, буквально через полчасика собираюсь на поезд. Вот. Аришка лежит, греется, пока мамка дома, мамка укроет ее. Приняла душ, посушила волосы кое-как, потому что я поеду в шапочке, поэтому вообще не принципиально. И Арину, в общем, Арину я решила оставить дома и решила, что она меня дождется как-нибудь дома, не стала отвозить ее к брату, потому что сегодня я выезжаю, ночью я буду в Москве и... Завтра ночью я уже вернусь обратно в Воронеж. Я еду на быстром, на очень скором двухэтажном поезде, поэтому время в поездке много не займет. Вот, поэтому решила оставить дома Арину. Так спокойней мне показалось, потому что там ребенок, в общем, собака у брата, и я беспокоилась. Кошка еще будет путаться под ногами, кто-нибудь об нее споткнется, покалечится, или Арина, там, не знаю, пострадает во всей этой суете. В общем... Очень переживала, сердце было не на месте, и в итоге решила, что она дома у меня посидит, и до завтрашней ночи меня как-нибудь подождет. Положу ей еды побольше, были 2 дня очень сильные морозы, но сегодня, слава богу, отпустила, поэтому я думаю, она не замерзнет тут. Я закрою все окна, двери поплотнее, чтобы нигде ничего не поддувало, еды положу побольше, ну, в общем, как-то так, справимся. Так, что еще хотела интересненького рассказать? Обзорчик покупочек, наверное, сделаю. Так, кто-то мне писал про футболочку, типа, что такая же есть футболочка. Это у меня не футболочка, это у меня платьице, посмотрите. Такое для дома домашнее платьице. Так, тут у меня не живот, тут у меня ребра так выпирают. Вот такая вот прелесть. Так, расскажу. Сейчас как раз перед выездом наносила всякую ерунду на лицо. Расскажу, что покупала за последние месяцы. Вот такой вот, что это у нас, сыворотка с муцином улитки, с какими-то гранулами от Новосвит. Вот такая. Недорогая. О продукции Новосвит я уже, кажется, раньше делала отзывы. Это прям такой вот, ну, супер-пупер инновационный товар на нашем российском рынке. По-моему, это первая вообще компания, которая начала выпускать какой-то другой формат вообще уходовых средств. Не только там крем увлажняющий, крем питательный. Это то, чем у нас... 90% женщин пользуются, а появились какие-то новые, так сказать, субстанции, эссенции, эмульсии, гели какие-то, тонеры. Вот это все впервые я увидела на нашем российском рынке от российского производителя, от компании Новосвит. Это не реклама, естественно. Что из минусов? Ужасные ароматизаторы. Просто то, как каким-то вот... я не знаю, дешевым кремом после бритья, которым пользовались еще наши папы, то какой-то старостью, то какой-то пудровой духотой. То есть очень какие-то вот у них застарелые ароматизаторы, я не знаю, из каких таких запасников они это все берут, но женщине пахнуть так просто стыдно. Сами по себе средства неплохие. Помните, я вам что показывала? Тонер. Желе-тонер показывала. Тоже неплохое, хорошо запечатывает влагу в коже. Но аромат такой, ну просто стыдно, стыдно куда-то выйти. Так, вот такой вот крем, 2 штуки я купила по акции в Магнит Косметик, кафе Мими. Кафе красоты и кафе Мими — это, в принципе, тоже 2 наших отечественных продукта, которые я одобряю и всегда в своих отзывах положительно о них высказывалась. Достаточно... такой натуральный приемлемый состав, и при таком составе хорошем неплохая цена. Ой, боже, кстати, знаете, я так поморозила руки недавно, это что-то с чем-то просто. Но это уже это длинная история, я расскажу в другом видео, как это случилось. Я, знаете,
живу в какой-то, ну, в каком-то своем мире, и на внешний мир я обращаю внимание только тогда, когда есть какая-то, ну, важная миссия у меня. И вот то был день, когда я, в общем, у меня не было никакой важной миссии, поэтому я не удосужилась узнать, что у нас во внешнем мире происходит. Во внешнем мире у нас как в ночь должны были вдарить морозы. Но я же не знала, я не смотрела прогноз погоды, зачем мне вообще какой-то прогноз погоды. И я отправилась в путешествие двухкилометровое до торгового центра Южный полюс. В магазин кошачьих товаров, в общем так. В зоомагазин. Решила сделать прогулку. И вдарил мороз. Я просто... У меня, как это сказать, очень хорошо гидратированная, или как это сказать, кожа. Ну, в общем, насыщенная влагой кожа. И это очень хорошо, потому что ты можешь как бы выглядеть свежее и моложе, если у тебя кожа очень такая... изнутри увлажнена сама по себе. Но на морозе это просто катастрофа. Все, вы, думаю, знаете, что происходит с жидкостью на морозе. Она расширяется. Да, то есть на морозе жидкость, которая содержится в моей коже, она расширяется и буквально рвет клетки кожи, рвет вот эти вот. И у меня просто все вот, ну, я не знаю, видно ли это на камеру, у меня все порвалось, все же у меня порвалось, и все треснуло, все лопнуло. И я поморозила также ляжки и вот эти вот части рук. Ой, в общем, такое у меня было путешествие. Ну, рассказывать долго, потому что не без приключений я дошла. Потом как-нибудь поведаю. Это было весело. Это было весело. Так, что? Что по времени? Надо не забыть телефоны, зарядные устройства. Ладно, буду собираться, попутно вам еще что-нибудь рассказывать. Так, что еще расскажу? Покажу, какие у нас обновочки. Вот такая вот сумка для путешествий, для Ариночки. Купила заранее, пока была цена хорошая. Очень хорошая сумка. Большая, просторная. Дно у нее... Там, наверное, фанера вставлена какая-то внутри. Ну, не знаю, у нее не прогибается дно, то есть комфортно для поездок. Ну, и такая добротненькая, хорошая. Карманчик есть. Вот тут еще есть, ну, вы поняли, лямочка такая, чтобы на плече нести. Но при моих габаритах на плече нести нереально просто. Очень неплохая такая сумочка. В прошлом месяце мы покупали вот такую вот сумочку. Для прогулочек. Тут это как такое отверстие для головы, тут фиксатор. Ну, Арина не нуждается в фиксации. Вот, удобно выгулять. Эта сумочка для собак, ну и для кошек подходит, если темперамент такой, знаете, спокойный, если животное не будет пытаться там куда-то сбежать, убежать, вырваться. Тут кармашек на молнии есть. Тут вот сеточка, такой кармашек, тоже что-то положить. Ну, вот там телефон, кошелек, например, если просто вышли куда-то погулять, и потом, может быть, там надо в магазин заскочить, хлебушка купить, как говорится. Телефон положить, кошелечек, и все, вот все необходимое. Ну и кота, это самое необходимое. Вот, Арине понравилось. Эта сумка ей очень нравится, прогулочная. А вот эта сумка для путешествий пока не очень нравится. Она, дело в том, что не любит закрытые пространства. Если тут как бы голова торчит, все можно наблюдать, то тут, как вы понимаете, страшно, взаперти. Так, еще покупала в этом месяце шлейку-поводок. Вот такой тоже нам пригодится для путешествий. Выбирала по цвету, хотела черный, потому что ярких цветов она почему-то пугается. И не прогадала, потому что она сразу ее очень хорошо восприняла, эту шлейку. То есть не стала ее как-то пытаться срывать с себя. То есть ей понравилось. Она легенькая, недорогая. Продаются такие в Магните, Магнит Косметик. Размер XS-очка, если кому-то интересно. Они недорогие, но размер на очень маленькую кошечку. То есть даже на среднего кота или, ну, обычного нет. То есть это на, как на подростка. Вот Арина как раз маленькая у меня, и ей идеально. Не душит,
комфортно и недорого. Что-то там 129 рублей, кажется. Ну, замочки, конечно, не лучшего качества. Ну и кот у меня, киса у меня не танк. Если киса танк, и она будет рвать это все, то может и сорвать эти замочки. А так все хорошо. Мой отзыв положительный, но размер это XS-очка на маленьких кошек. Так, вот мои сумки в дорогу. Взяла вот такую овощечку, продуктиков взяла, сырок, яички сварила, помидорки там, яблочки, сладости. В общем, чай в термосе и вот такая сумка просто тяжеленная. Просто руку можно оторвать, там все документы, ноутбук, телефоны, зарядка для телефонов. Ну, в общем, все, еще туда вместились мои кое-какие вещи. В общем, так. В общем, так.